5 миллиардов долларов достиг товарооборот между Казахстаном и Китаем. И это только за первые 4 месяца. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%. Такие данные озвучил директор Института мировой экономики и политики при фонде Нурсултана Назарбаева Ержан Салтыбаев. Он отметил, что сегодня Поднебесная – второй крупнейший торговый партнер нашей республики и, кстати, один из важнейших инвесторов. За последние 12 лет китайские бизнесмены инвестировали в Казахстан порядка 19 миллиардов в американской валюте. На сегодняшний день в стране функционирует свыше 2700 предприятий с китайским капиталом. В 2013 году фондом благосостояния Самрук-Казына и комитетом по содействию международной торговли КНР был создан ныне действующий казахстанско-китайский деловой совет, который служит сегодня эффективной платформой экономического сотрудничества. В 2020 году, несмотря на пандемию, мы можем наблюдать, что торговое сотрудничество между нашими странами не остановилось, не снизилось. Более того, оно даже выросло на 4%.